Яхья Магомедов, голкипер команды «Рамзан» Грозный. Яхья, один из героев ты сегодняшнего матча. Что было самым сложным? Насколько, как настраивались на этот поединок? И что было действительно самым сложным в этой игре? Настрой был на всех матчах у нас одинаковым. Настрой был только на победу. Но в конце матча чуть-чуть сдали после удаления Гациева Ахмеда. На первом этапе соревнований в UFL Юг у вас была замечательная серия из 4 матчей, которые вы не проигрывали, в том числе и переиграли лидеров Аланию на выезде и Волгарь Астраханский. Что не заладилось вот на втором этапе, на твой взгляд? Этот вопрос, наверное, надо к тренерам задавать. Мы в таких вопросах не разбираемся просто. Ну, все ли ладилось по игре у вас, на твой взгляд, вот взгляд из ворот? Во втором этапе чуть посложнее было, команды получше. Было намного сложнее играть, чем в первом этапе. Что ж, удачи всего, хорошей дороги домой, без травм, всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо. Беседуем сегодня с вратарями сегодняшнего поединка, Матвей Лантрат. Матвей, насколько сложным был сегодня матч, что получилось, что не получилось? У тебя, может быть, а может быть и у всей команды? Ну, поединок был очень сложный. Как и на выезде мы с ними играли, было сложно. И это тоже получалось много, ну, передач длинных, например. Но реализация также у нас все равно хромает. Можно ли сказать, что команда перегорела перед этим заключительным матчем? Много было суеты, показалось со стороны по ходу первого тайма? Или это не казалось так из ворот? Да нет, мне кажется, команда не перегорела. Наоборот, мы должны были подняться выше, так как, можно сказать, выиграли лидера Аланию 5-1, и при этом мы должны были подняться. Вот, я не знаю, может, расслабились. В целом, какое впечатление на тебя произвел турнир? Сегодня заключительный матч, UFL Юг. Что было интересного, что тебе понравилось как вратарю? Мне все понравилось, тут все на высшем уровне, отличные судьи, вот, эмоции положительные, так что хороший турнир в целом. Удачи тебе, всего самого наилучшего. Спасибо. Ахмед Межиев, наставник команды «Рамзан Грозный». Ахмед Гадаевич, что получилось в этом поединке, что не получилось, на что настраивались? В целом оценку сегодняшнего матча. Так, оценку. Хорошо, что ничейку сыграли. В принципе, игра равная была до удаления. Как удаление случилось, мы подсели. Если бы не удаление, я думаю, мы бы довели бы до победы. Но получилось так, как получилось. Мне понравилось. Мы знали, что нам нелегко будет сегодня. Мы знали, куда мы едем, с кем мы играем. Но я рад, ничей, я рад. Ахмед Гадаевич, то, что команда вот на втором этапе оказалась в золотой группе, можно расценивать как успех вашей команды. Так ли это? Попадание во вторую золотую группу, да, успех. Но мы не показали футбол. Видимо, мы не готовы были ко второму этапу. Но тут команды посильнее, уровень другой. Но на следующий год подготовимся лучше и покажем, на что мы способны. Вам удачи, хорошей дороги домой. Всегда рады грозненцам в кубанской столице. И вашим футболистам поменьше травм, побольше успехов на пути к профессиональному футболу. Вам тоже всего наилучшего. Спасибо вам. Евгений Тютюков, главный тренер команды Академии футбола Краснодарского края. Евгений Леонидович, итог сегодняшнего матча, насколько он стал для вас ожидаемым или неожиданным, но и подведение итогов, наверное, заключительный матч сегодня всех соревнований, всего турнира, об этом тоже. Ну, по сегодняшней игре сказать могу только одно. Первый тайм мы провалили полностью, второй там ребята настроились, вышли, уже кусочки футбола мы видели, да, и концовка, конечно, получилась очень эмоциональная для нас. Рассчитывали, конечно, настрой был на победу, потому что знали, что там и Волгарь, и Краснодар играют параллельно с нами. Могли там где-то чуть подняться в турнирной таблице. А в целом, конечно, очень качественный турнир наш UFL. На высоком уровне, хочу сказать, во всех пониманиях, на высоком уровне. И самое главное, что в нем, конечно, много игровой практики для роста наших вот этих юношей.
Можно ли сказать, что в золотой группе не все так сложилось, как планировали, что-то не заладилось, много разговоров о том, что не в оптимальном составе играла команда. Это было ли решающим фактором, на ваш взгляд, как наставника команды? Ну, этот, конечно, фактор тоже сыграл свою роль, да, и потерянные очки, где я считаю, что много игр было, как минимум 3, а это уже много, где мы потеряли очки. Вот, ну, как говорят, футбол, он злой, но справедливый. И еще несколько слов, ну, скорее пожеланий турниру, который был дебютный в этом году, UFL Юг, вот так мы его завершаем. Несколько слов в адрес самого турнира. Ну, во-первых, поблагодарить, конечно, организаторов, они молодцы, такое дело сделали. Вот, я же еще раз повторяюсь, что развитие наших юношей – это отличный турнир. Не знаю, что пожелать еще, как бы улучшить что-то. Как говорят, не надо улучшать то, что и так хорошо. В принципе, я очень рад буду поучаствовать нашей командой, вот, нашим тренерским штатом в следующем году. Очень надеюсь, что добьемся результатов повыше. Удачи, всего наилучшего, пусть ваши пожелания сбудутся. Ну а всему нашему футболу в юношеской футбольной лиге всего действительно самого наилучшего, успехов и на пути к профессиональному футболу этим ребятишкам, этим молодым футболистам всего-всего самого наилучшего. Ну а вам, как наставнику и вашему тренерскому штабу, тоже удачи, успехов, ну и плодотворной работы. Спасибо вам. Спасибо.